Стежок за стежком. Блестящий заяц получится только при условии 100% усидчивости. И шумная Даша сидит, еле дышит. Вышивает пайетками. Еще умеет крестиком. А еще петь, плясать, заниматься спортом, ухаживать за огородом и прочее, прочее. Очень дружелюбная девочка. Очень отзывчивая. Откликается на все абсолютно просьбы. Малышам помогает. Да. За маленькими ухаживает, и спать укладывает, и переодевает их. Вот у нас Даша такая. Возраст Даши переходный – 14. В Филимонковском детском доме для ребят с ограниченными возможностями здоровья живет с 4. С первого взгляда в глаза бросается красивая улыбка девочки и ее волшебный низкий голос. Его, к слову, используют по делу. Даша – артистка. Помимо уже имеющихся номеров, сейчас репетирует роль конька-горбунка для новогоднего представления. Что должна уметь актриса, кроме того, что быть очень красивой? Нужен красивый голос. Переходный возраст на девочке почти не сказывается. Она ласковая и очень открытая. На любую просьбу откликается с удовольствием. Новая информация в радость. Минувшим летом, например, Даша увлеклась огородничеством. Теперь не понаслышке знает, чем кабачок от тыквы отличается. Даша, она у нас как была маленькая, вот такая стеснительная немножко. Так она и растет стеснительной. Даже вот стала взрослеть девочка у нас. «Мам, ну не заходи в комнату, я переодеваюсь!» – крикнет. Я стою у двери, пока она переоденется ко сну. Особым качеством девочки педагоги называют стремление. Она всегда стремится научиться. У более старших ребят, подруг обязательно перенимает что-то лучшее и в то же время сохраняет детскую непосредственность. Ой, она такая вот была угловатая какая-то, очень шустрая, бегала постоянно, везде все заглядывала, все спрашивала. Да, вот такая интересненькая была. Даша верит, что ее мама и папа найдутся. Она расскажет им, что хочет стать швеей и еще физкультурником. Будущие родители девочки могут прямо сейчас позвонить в управление опеки и попечительства по Ленинскому муниципальному району 541 12 87.